Детская площадка – это неотъемлемая часть любого двора. В последнее время площадки города Видное приобретают новый облик. Устанавливаются современные игровые формы, и покрытие становится травмобезопасным. В отличие от песка или гранитной крошки, покрытия из резины или каучука не нуждаются в уходе. Через них не могут прорасти трава или сорняк. Оно устойчиво к порезам, к жаре или холодам. После дождя на нем не остается луж. Но что самое главное, резиновое покрытие совершенно безопасно для главных гостей детских площадок, малышей. Конечно, лучше, чем было, однозначно. В новых микрорайонах все детские площадки изначально делаются с прорезиненным покрытием. Мало того, спортивные зоны тоже оборудованы инновационным полотном. В старой части города пока не все игровые зоны сделаны по последнему слову, но все больше площадок приобретают современный вид. Мы хотели бы, чтобы у нас было мягкое покрытие, потому что дети, они и прыгают, и все, чтобы у них и коленки были защищены, так же, как и там нос, голова, там все остальные. То есть даже очень бы хотелось бы. Помимо безопасности, плюсом прорезиненного покрытия является красота. В зависимости от фантазии, его можно сделать разноцветным, с узорами или другими изображениями. Когда видом на всех детских площадках будет такая красота, наш город станет выглядеть еще ярче. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.